Всем привет, с вами Дум. Сегодня мы поговорим с вами о монетизации, партнерке и вообще сколько платят за монетизацию и так далее. Потому что очень много вопросов под видео о том, как сделать монетизацию, если вы не живете в США, Германии, там в других странах. Как бы в России нет монетизации официально. Вот. Вот пришло мне еще в ноябре письмецо от Гугла. Естественно, я все закрыл, стер, чтобы не было адреса видно. А вот, когда я еще на старом своем канале подключил монетизацию, все как бы уже AdSense Google сделал себе, указал адрес, там уже $10 заработал. И мне как бы выслали пин-код, но, к сожалению, за не действующую рекламу, как бы я, типа как бы я не оправдал ожидания рекламодателя, мне заблокировали аккаунт. То есть невыгодно им было мне платить, мало просмотров, а нужно как бы много, чтобы было просмотров, как бы рекламу, чтобы смотрели. У меня мало просмотров было, как бы меня заблокировали. Вот, без объяснения причин там всяких и без восстановления. Ну, как бы вот, пока принято было у меня, ну, как бы это монетизация, и выслали мне уже конверт, но монетизация-то у меня уже отключена была, то есть просто пришло письмецо. Тут что у нас, превратите 500 рублей в 2000 рублей. Предложение действует до 15 декабря. Ну и что мне тут прислали? Письмецо. Как участник программы AdSense, вы знаете, что реклама в Google может быть эффективным способом привлечения трафика для бизнеса в интернете. И используя AdWords, вы можете помочь новым пользователям найти ваш сайт и тем самым расширить собственный бизнес. Ну это как бы они мне предлагают расширить бизнес свой. Карту дали, скрою номер, вот карта, такое письмецо, Эмиль Баязитов, менеджер по маркетингу Google AdWords. Ну, в общем, какое-то письмецо, чтобы, типа, еще больше зарабатывать. Так, карточка вот эта. Я что-то забыл сделать видео об этом всем. А вот. Ну и, собственно, давайте теперь поговорим о монетизации, так сказать. Она у меня подключена, и все спрашивают там под видео, типа, а сколько ты там получаешь за монетизацию в месяц там, или вообще. Скажу сразу, я еще не получил ни копейки с этой монетизации, хотя она у меня подключена уже более 2 месяцев, даже более 3 месяцев. Я ни копейки не получил, а все потому, что я специально не создал Google AdSense на этот канал, так как у меня мало подписчиков и мало просмотров. То есть смысла нет регать Google AdSense, так как опять может повториться ситуация с прошлым каналом. То есть как бы опять я мало просмотров, то есть и не будет выгодно рекламодателю размещать видео на моих, точнее рекламу на моих видео. Вот. Так что пока я не буду делать эту, не буду это делать аккаунт AdSense. Вот так же советую всем тем, кто там делает всякие летсплеи на Майнкрафт и на прочую херню вот эту. Даже не думайте регать себе Google AdSense, потому что у вас сейчас эти Майнкрафты делают каждый пятый. И как бы невыгодно это вам будет. Могут вам вообще аккаунт этот заблокировать. Вот. Ну, что касается, сколько платят за монетизацию, да? Ну, как я знаю, где-то примерно за один просмотр платят 1 копейку. То есть 100 просмотров, 1 рубль. Ну вот сами потом считайте, сколько там за 1000 просмотров и так далее. Вообще я считаю, выгодно зарабатывать на YouTube только тем, кто живет за рубежом, например, в США. Ну там, считайте, более 350 миллионов человек живет. Соответственно, не только кто в США живет, там особенно популярны блогеры, но и также в других странах, где есть англоговорящие жители, то есть которые понимают английский и смотрят различные зарубежные блоги на английском языке. То есть если вы русский и не знаете английского, то вам смысла тоже нет делать всякие там эти летсплеи, потому что в России как бы это не популярно, да, смотреть летсплеи, это как бы за рубежом это все более так распространено, все смотрят всякие блоги и так далее. А вот кто живет в США, кто говорит на английском, то есть у него больше шансов, естественно, что его будут смотреть. Соответственно, больше подписчиков, больше просмотров.
и, естественно, больше денег за это. А некоторые блогеры в США именно живут на те деньги, которые они зарабатывают с помощью Google AdSense, ну, как бы с помощью YouTube. Там у некоторых более 20 тысяч долларов в месяц выходит, это вообще капец. Так что вот лучший способ, чтобы создавать Google AdSense и как бы получать деньги, то у вас должно быть, ну, минимум, я так считаю, чтобы вообще нормально зарабатывать, можно было не работать нигде, кроме того, как делать ролики. Это минимум 100 тысяч подписчиков, а минимум на каждом видео там по 20, по 60, по 70 тысяч просмотров. Чем больше, короче, тем лучше. Вот. А делать в России, особенно вот все, кто хотят там сейчас каналы создают свои, я сейчас много вижу, там летсплей на Майнкрафт и на всякие эти, как их, ну в основном на Майнкрафт сейчас популярно делают, не знаю, кому это все интересно смотреть, вообще не понимаю, там по 100 просмотров, есть, конечно, да, там я видел каналы, у которых там 100 тысяч просмотров на роликах, 500 тысяч даже видел, вот эти, да, ребята зарабатывают деньги на этом. А то, что там делают люди по 1000 просмотров, это херня полная. А будете очень долго зарабатывать все там $100 месяцами. Так что, если вы хотите зарабатывать с помощью YouTube и нигде не работать, то и делайте вы ролики на Minecraft, то забудьте об этом. Идите работать на обычную работу. А с этими летсплеями вы ни хрена не заработаете 100%. Вот, но вообще в интернете очень много способов заработать. Нужно искать просто. Вот. Ну, как-то так. Так что, если вы делаете летсплей, не советую вам делать Google AdSense. Или если у вас, конечно, много подписчиков, то, конечно, делайте. Ну, я не знаю. Кстати, вот, да, что хотелось сказать про партнерку. Мне сейчас стали часто писать в личку на YouTube всякие, не знаю, это как медиа-агентства, да, и предлагают, типа, давай ты с нами будешь, заключишь партнерку, да, и будем делить напополам. Ну, естественно, я ничего им не отвечаю. Либо это лохотронщики какие-то, либо не знаю. Даже мне прислали письмо из Великобритании, прикиньте, на английском языке там что-то hello, там Doom Channel, типа мы предлагаем вам увеличить ваши просмотры, увеличить прибыль там. Короче, херня какая-то, развод по-любому. Вот, так что сейчас часто мне стали писать в личку с предложением там партнерки. Ну, конечно, сейчас у меня стало увеличиваться подписчиков. Ну, не так уж прям много, но все равно. За предыдущий год я набрал всего лишь 300 подписчиков, а сейчас менее чем за... Ну, с сентября начинаю, у меня уже почти 830 подписчиков или сколько-то больше. Короче, очень быстро начали расти. Чему я, соответственно, и рад. Спасибо, что смотрите меня. Вот. Ну вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать по поводу монетизации, там как насчет того, что мне партнерку пишут, предлагают различные какие-то агентства, медиа. Ну вот и все, всем спасибо за просмотр, всем пока.